Строительные компании Мангистаусской области готовы восстановить жилье всем пострадавшим от крупного пожара. Об этом на встрече с погорельцами сообщил аким области Алик Айдарбаев. Напомню, вчера в 5 часов вечера по местному времени в Актау загорелась мансардная крыша 25-квартирного жилого дома. Всех жильцов эвакуировали. С огнем пожарные боролись 3 часа. Глава региона пообещал лично разобраться в ситуации и предоставить необходимую помощь, временное жилье и питание. С утра специалисты вместе с жильцами обгоревшего дома смогли попасть в свои квартиры, чтобы установить примерный ущерб, нанесенный огнем. Причина пожара до сих пор неизвестна. Работы по восстановлению дома уже начались. 6-й этаж меня. Все мои спальни, комнаты, все мои рабочие кабинеты, все мои документы, все одежды у нас. Все сгорело. Я зашла ночью после. Пепла ничего не осталось. Все. Осталась я на улице, осталась. Что мы поможем, не оставим вас всех вот с этой бедой. И сегодня мы собрали строительные компании нашего города, нашей области. Порядка 20 компаний откликнулись, мы попросили помочь. Выбрали вот одну компанию, у нас компания «Альянс ЛТД», которая выступит от имени этих компаний оператором.